Старобелорусская кухня в лучших традициях, комфортный отдых, торжества, свадьбы и банкеты в особой атмосфере белорусского народного быта в ресторане-пивоварне «Лямус». Ждем вас по адресу: город Витебск, проспект Победы, 1. А ехали, дай шалохали, у всех людей наполохали. А ехали, дай возилися, ой, за пянёк зачапилися. Жух, женитьба тяжки. Когда девушки уставали ткать и прясть, хотелось им гульни или веселой забавы. Собиралась молодежь в просторной хате или в корчме и устраивали свадьбу тележки. Вы что думаете, женился один тележка? А вот и нет. В этот вечер создавалось сразу несколько семейных пар. Но, правда, свадьба была понарошку, не настоящая. Собиралась молодежь, устраивала гульни, праздник веселый, шумел, гудел, и во время игры собирались свадебные пары. Пары на один вечер. Но бывало и так, что судьбы складывались по-разному, а иногда из этих шуточных пар создавались настоящие семейные пары. И праздновалось веселье, веселая свадебка. А ехали, да и шалохали, у всех людей наполохали. Мы рады приветствовать всех вас, дорогие друзья, в ресторане-пивоварне «Лямус». Здравствуйте! Сегодня мы с нашей замечательной гостьей Еленой с Полоцкого региона снова порадуем вас новым рецептом народного блюда. Здравствуйте, Елена! Ну что? Как-никак вы собрались, наверное, на женитьбу тележки. Ну, конечно же, это самая веселая и забава, игра молодежи. А как у вас проходит женитьба тележки? Есть у вас такой обряд? Да, действительно, это самое веселое развлечение среди молодежи в наших северных регионах. И на этой шуточной свадьбе очень много смеха, шуток, игр и, конечно же, песен. А вот интересно, что же мы будем готовить к нашему свадебному столу? А сегодня мы будем готовить постные голубцы с грибами. С грибами, так с грибами. Но я думаю, что нам непременно понадобится помощь нашего замечательного повара ресторана-пивоварни «Лямус» Евгения. Евгений! Здравствуйте. Здравствуйте, Евгений. Ну, я смотрю, вы в хорошем настроении. Вы готовы услышать, какое блюдо мы сегодня будем? Да, мне очень интересно. Ага. Значит, я уверена, что голубцы вы готовили и готовите в этом ресторане. Готовил, конечно, так. Голубцы. С разными начинками, правда? Да. А вот приходилось ли вам готовить постные голубцы? Вот постные не готовил. Попробуем? С удовольствием поучусь его. Елена, ну распределяйте наши обязанности. Мы будем сегодня готовить постные голубцы с грибами. Для этого нам понадобятся капустные листы, отделенные от кочана. Мы их потом отварим немножечко. Угу. Грибы, лук, морковь, рис отварной, томатная паста, мука, ну и, конечно же, зелень, растительное масло и приправы, соль и перчик. И я думаю, что мы попросим Степановну потереть морковку. Замечательно. Женечка, вы порежьте, пожалуйста, грибы, но я, как всегда, займусь луком. Передайте мне, пожалуйста, лучок. Приступим. Елена, а может вы что-нибудь расскажете и Евгению, что это за такая забава, обряд «Женитьба тележки»? Это такая игра для молодежи, где справляются шуточные свадьбы. Выбираются родители, и они выбирают пары, жениха и невесту. И действительно случается так, что впоследствии эти молодые люди и действительно могут пожениться. А это игра, в которой очень много, я уже говорила, песен, шуток, танцев. Молодежь таким образом развлекается и примеряет на себя семейную жизнь. Вот, слышали вы о таком, Евгения? Нет, такого не слышала.
А есть ли какая-нибудь, Елена, специальная песня вот именно к этому празднику, к женитьбе Терешки? Какая у вас есть песня? Конечно же, есть специальные песни, которые поют и родители, и девушки отдельно, и парни молодые поют. И одну песню я с удовольствием спою, и надеюсь, что вы, Степановна, вместе с Женей поможете мне. А мы будем слушать внимательно, думаю, Евгений, да? Терешка, терешечка, тераздвор дороженька, будем мы терешку женить, будем мы капусту варить. Будем мы терешку женить, будем мы капусту варить. Женитьба терешки – так называется игра, которая представляет собой шуточную свадьбу нескольких пар. Женили терешку только на Витебщине и Могилевщине, да и то довольно редко, обязательно зимою, в конце вечерок, после продолжительных танцев. Местом игры часто становилась корчма, во-первых, потому что здесь всегда хватало молодежи, а во-вторых, из-за нескромного характера игры редко какой семейный дом соглашался впустить молодежь к себе. Но уж если находились хозяева, которые принимали терешку у себя, именно их назначали на главные роли батьки и мамки. Когда в корчме объявляли «будем терешку женить», пожилые люди уходили в отдельное помещение, предоставляя большой зал молодежи. С этого момента здесь руководили выбранные корчмарем батька и мамка. Я так понимаю, что самое время нам приготовить капусту. И, наверное, начинку, да, Елена? Да, действительно, у нас уже все готово для начинки. Поэтому Женя отварит наши листы капустные и приготовит начинку. То есть лук, грибы. С морковочкой нужно, да? Обжарить на подсолнечном масле. Евгений, понравилась ли вам песня Елены? Очень понравилась. Вот. Ну что же, Евгений отправляется у нас на кухню. Елена, я думаю, что мы можем Евгения сопровождать с песней. Терешка, терешечка, к моей хате стежечка, битая, топтаная, я у мамки каханая. Битая, топтаная, я у мамки каханая. Рис является древнейшим злаком. Он очень неприхотлив и растет практически в любом климате и на любой почве, занимая по площади посевов второе место в мире, а по сбору валового продукта – первое. Рис является важным источником витамины группы В, витамина П, каротина, витамина Е, которые способствуют укреплению нервной системы и благотворно влияют на состояние кожи, волос и ногтей. В рисе содержатся сложные углеводы, поэтому он питателен, но при этом не калориен. В состав риса входят 8 аминокислот, которые требуются человеческому организму для создания новых клеток. В рисе еще много калия. Этот минерал нейтрализует действие на организм соли, попадающей с другими продуктами питания. Терешка ходил, блукал, ён жану шукал, шукал, кобыла прыгожая, на мяне похожая. Кобыла прыгожая, на мяне похожая. Пока мы песни пели, все приготовилось. Да, Женя, как мы и просили, отварил капустные листы и приготовил начинку. Обжаренный лук, морковь, грибы он смешал уже с рисом. Поэтому мы можем приступить к формированию наших постных голубцов с грибами. И, Женечка, мы, наверное, попросим вас, чтобы Давайте. Вы нам завернули голубец. Так, а мы будем учиться. Неважно, да, какие голубцы, вот и лист, он может быть большой, маленький, да, неважно. Да. То есть по вкусу все это делается. И заворачиваем конвертиком. Конвертиком, вот как.
Батька и мамка, прохаживаясь среди молодых людей, подговаривали их выбирать себе жену или мужа, записывали или запоминали, с кем тот или иной молодой человек хотел бы быть парой. Ведь даже шуточная свадьба не играется без взаимных симпатий. Составлялись пары, которые батька и мамка благословляли примерно так: «Дай Бог вам счастья, хорошую долю уволю, в утечке на печке, детки у клетки». Музыканты играли польку, молодые танцевали с батькой и мамкой, потом друг с другом. После этого парня называли дедом, а девушку – бабкой, и пара считалась семьей. Затем все повторялось сначала до тех пор, пока женатыми не оказывались все участники игры. Обычно в женитьбе тережки участвовало от 10 пар, и чем их оказывалось больше, тем больше считалась заслуга батьки и мамки. Ну что, друзья мои, у нас осталось по последнему голубцу. Ой, какие красивые, да, ровненькие все. Дело мастера боится. Ну что ж, наши голубцы готовы, и мы можем сейчас приступить к их приготовлению. Но перед тем, как их тушить, нужно их сначала немножечко обжарить, а затем залить соусом и уже протушить 30 минут. А для приготовления соуса нам нужно обжарить немножко муки на сковородке, добавить туда 2 стакана воды, добавить томатную пасту, специи. И это будет замечательный соус, в котором будут тушиться наши голубцы. Евгений, просим вас на кухню. Морковь и лук очищаем и мелко шинкуем. Мелко нарезаем грибы. Затем морковь и лук обжариваем на растительном масле до золотистого цвета. Грибы и овощи соединяем с рисом, солим, перчим. Муку обжариваем на растительном масле. Добавляем 2 стакана воды и томат-пасту. Перемешиваем, солим. Варим 3 минуты. Выкладываем начинку на лист капусты и сворачиваем конвертиком. Затем обжариваем голубцы на растительном масле с разных сторон и выкладываем в форму. Заливаем соусом. Запекаем 30 минут в духовке при температуре 200 градусов по Цельсию. Елена, а я хочу спросить, чем же заканчивалась женитьба тережки у вас на Полочине? Женитьба тережки заканчивалась веселыми играми. Тем более, что сейчас уже у каждого из участников этой игры была своя пара. Ну, я думаю, что это действительно весело и забавно вот в это время года проводить вот такую женитьбу тережки. Женитьба тережки завершалась веселыми гуляниями, объятиями, поцелуями, всевозможными шутками и играми. Расходились поздно, далеко за полночь. Если какой-нибудь девушке приходилось идти домой без знакомых или соседок, то новый муж должен был провести свою жену. Название этот необычный обряд, скорее всего, получил от имени деревянной куклы, которая в фольклорной традиции оживает на радость бездетным родителям. Исследователи считают, что изначально обряд «игра» проводился под присмотром деревянного изваяния тережки, опекуна молодых семейных пар. Тережку упоминают и в свадебных песнях, бытовавших в местности, удаленной от ареала распространения игры. Я ж твоя жанулечка, я ж твоя красунечка. Будем мы на свете жить, будем мы детей женить. Будем мы на свете жить, будем мы детей женить.
Вот и состоялась у нас женитьба Терешки. И голубцы наши постные с грибами, я вижу, готовы и очень вкусно пахнут. Ой, и выглядят замечательно, аппетитно. Я думаю, что и очень должны быть вкусные. Давайте попробуем. Приступим. Я хотела бы предложить, чтобы попробовала первая Елена. Это ее рецепт. Вот посмотрим, как она оценит сегодняшнее блюдо. С удовольствием попробуем. Евгений, тоже как повар ресторана пивоварни «Лямус», сейчас произнесет свой вердикт. Ну, что за блюдо у нас получается? Вкуснотища. Очень вкусно. Мне тоже нравится. Женя, ну вы готовы взять этот рецепт в копилку вашего ресторана? Обязательно возьму. Дорогие друзья, мы приглашаем вас в ресторан-пивоварню. Как приятно провести время, новогодний вечер с друзьями или в компании коллег по работе на корпоративе. Приходите, здесь в уютной домашней атмосфере вы можете отдохнуть и, конечно же, попробовать блюда национальной белорусской кухни. Мы всегда рады видеть вас в ресторане-пивоварне «Лямус». Старобелорусская кухня в лучших традициях, комфортный отдых, торжества, свадьбы и банкеты в особой атмосфере белорусского народного быта в ресторане-пивоварне «Лямус». Ждем вас по адресу город Витебск, проспект Победы, 1.